Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Europony Assassin's 4 за Тибет. И прежде чем, собственно, начать игровой процесс, я вас предупреждаю, что мы вот сейчас с вами начали вестернизацию, и особенно, так, воевать и еще чем-то заниматься отличным от скорейшего ожидания завершения вестернизации я в этом выпуске не планирую, поэтому если вас это не интересует, просто проходите мимо. Ну а тем, кто интересно, начинаем прохождение. Так, тут у нас беспорядочки. 50%, ну это уйгурская партия, это хз вообще. Сейчас в Яркенде миссионер сработает, думаю, будет нормально. Кто там еще? Шуйские националисты, сийские, лянские. В общем, китаёзы там еще беситься будут. Ну, у меня с рекрутами полный порядок. Я думаю, что если что, тут у меня 50 тысяч примерно людей есть. Можем. Так, можем один вот отряд 23 тысячи сюда кинуть. К Яркенду поближе. А вот этих китаёз патрулировать отправим. Все. Так. Пегу иди в баню. Над Флансангом будет союз вернуть. Либо подружиться с бриташкой. Тоже нужная вещь. Так. Интересно, интересно, слушайте. Дипломейшн, союзы. Ух ты! Братцы! Давайте подтянем отношения с британцами и заключим с ними союз. Стоять. Дзинь просит пройти, ну. Так, чё там? Дзинь вассал уйгатов теперь. Воюет с Бухарой, Карадром, Яркендом. Нет, не пущу. Бухара это тоже вкусная такая штука. Я её... Хочу вместе с Россией попилить, когда она уменьшится вот где-нибудь вот до сюда. Сейчас мы вестернизацию только закончим, само собой. А потом займемся. Так. Дядька из Зориса хотел сфабриковать претензию, но ему не повезло. Давайте крестить кого-нибудь. Лучан, Аксу, Саньян. Что-то везде дофига времени уйдет. Ну-ка. Давайте по беспорядкам посмотрим. 7%, 1%, 1%, тоже 1%. Везде по 1%. Ладно, давайте, не знаю, базовый налог, производство, всякая хрень. Так, давай вот отсюда. Давай, так, давайте вот так. Давайте, кто дольше. Но именно суннитов. Потому что китаёзы, они опасность в самую последнюю очередь представляют, как вы видите. Так. Все. И сейчас надо будет с бриташками союз заключить. Вот война только закончится у них, окей? У меня нет ни одного дипломата, говорят. Изву уберу на пару сек. Хочу посмотреть. Кое-чё. Какие аргументации у них. Нейтральные отношения. Держай Тибет минус 20. Наземные силы. Короче, минус 13. Морские силы минус 10. В то же время как мнение, собственно, Британии плюс 20. Дипломатическая репутация плюс 15. Основные соперники плюс 10. О, вот это вот. Вот это вот хорошо. Но прямо сейчас не самая лучшая идея что-то делать. Ребятушки, братушки. Потому что если я сейчас союзом предложу, это может нехорошо для меня закончиться. Они попросят моей помощи в войне с... Так, с кем война-то хоть? Что-то тут... А, война Урисы-Тюр. Слушайте, с Тирхутом можно, в принципе, и повоевать, но
Но обратите внимание, какие у них техи военные. Они 20 уровня. Они нас раскатают только так. Поэтому. Поэтому давайте подождем. Не будем фигней страдать. Так. И ву я верну дипломата, потому что если сейчас с ву мы испортим отношения, и они расторгнут с нами союз, не дай бог, то у эроты захотят попилить у меня чем-нибудь. Надо держать, значит, отношения в норме. Так, что-то хуайхе тут, слушайте, разъелся как-то. Нельзя такой белый пушистый стал. Так. Не, что-то с хуай... смотрите, хуайхе, короче, у Юэ покушал. Много всего интересного. Ну, сами виноваты, что сказать. Персия разорвала проход войск. Так, а с персами у нас как отношения? Да любите. Плюс 21, понятно. А! Бухара будет всеми силами защищать меня от агрессоров. Гарантия независимости сделав вас салом. Вы смеетесь? Ой, господи. Вассалом сделать захотят. Меня уйгаты скорее вассалом сделают, чем бухара. Ну, это пипец какой-то. Бухара хочет меня вассалом сделать или даровать протекторат. Это прикольно. Так. Ладно, давайте продолжать. А, слушайте, тут у нас что-то дипачки падают. Советник, походу, умер. Плюс 15 денег, ну, плюс 16. Считайте, да? Давайте-ка, наверное... Даже я не знаю, кого. А почему дядьку... денег нету. Плюс 3. Ну ладно. Дип репутация, вот, плюс 2 давай, наверное. Или не стоит. 7 очков отбирается, да? Ну, то есть мне плюс 1 хватит, в принципе. Но на депрепутацию... содержание высокое. Поэтому не могу менять. И давайте тогда еще... Давайте еще дядьку на плюс 1. Сюда, наверное. Чтобы хоть как-то поменьше было. Проблем у нас. Будем сбалансированно двигаться. Да, кстати, я чуть не посмотрел, сколько у вас там еще. 701 очко уже. Кстати, быстро довольно это все проходит, и это меня радует. Так, я, кстати, время не засек, поэтому... Поэтому, как только вестернизация закончится, эпизод мы и закончим. Чиновники сопротивляются их формам. 100 админки. Или вестернизация уменьшится. Пошли нахер. Минус 100 очков, это означает, что у нас очки будут некоторое время восстанавливаться. Мултан, пусть полный поход войск. Чё они там забыли? У нас буховые караделом. Ладно, идите. Да, с бриташкой можно очень хорошо так союз сделать. Смотрите, плюс 98 уже мнение. Мне нравится. Так что союз запилить можно будет. Но дождемся, когда война закончится. Это будет мой второй союзник. Лансанг, ну его нахрен, он какой-то слабенький оказался. И мощная смесь из Ву, Хуайхе и Малаких. Это херачит только так. Нам же сейчас надо вестернизацию поскорее заканчивать. Так. Вздыхающееся производство. Там что такое? Инфляция. Ладно. Что-то я не посмотрел, до какого года это будет. 81-го.
5 лет. Ну ладно. Это не суть. Йохкент пусть пойти. Ну, Йохкент, давай, проходи. Дарую тебе всю возможность. Так. Что у нас еще тут интересного? Слушайте, очки все равно дипломатические. Почему-то снимали с нас. Интересно, это почему же? Можно, в принципе, знаете, что сделать? Содержание армии повысить. Все равно эти вот чудаки ничего не делают, по сути. Мы можем содержание армии понизить, короче. Да, понизить. Я честно сказал, повысить, что ли? Повысить. Так, и, в общем, тебя уволю, вот найди по репутацию, дядька, закажу, вот, нормально. Пока мне не нужно, особенно, с рекрутами ничего, поэтому сделаем вот так. Ух, как СВО у меня, отношения сразу подтянулись. Это что там такое случилось? Наверное, казус Белли пропал или еще что-то такое. Ну и класс. Вот Шаном у нас беспокойно. Ну, Шан, он слабенький. Вот сейчас вестернизацию пойдем, я, может быть, их с Лансангом начну пилить потихоньку. Вот сейчас с Бриташкой союз сделаем, Британии Индию отдадим. А сами будем расширяться в Индостан. Китай, в Ойроты вместе с Россией, в Бухару тоже вместе с Россией. И тут у нас еще одна угроза, братцы. Называется япошками. Они вон, смотрите, сколько съели. Очень серьезно съели, кстати. Так. Тюртуйская партия, господи. Кто это такие? Вот, Великобритания. А слушайте, все. Бриташка агрессорит. В Теххуте армия 4 штукаря. Ладно, давайте, бриташки, кинем союз. В таком случае. Сейчас. Уберу быстренько. И отправляем. Теперь все будут обсираться после того, как увидят, кто с тебе там дружит. Ух ты тут, какие рати ходят. Слушайте. Я только что начал считать, что мы очень круто начали делать. Так, местная знать, доход налогов. Все это в кайфуне. 27 штукарей, ребятки, не самая лучшая идея гасить. Потому что сейчас могут восстания всем случиться. Давайте. Ну, давайте на 20 лет доход налогов пойдет. В кайфыне-то. Кайфын он недавно только под наше, так сказать, руководство пришел. Поэтому налоги там не шибко такие прибыльные для меня. Окей. Повод для войны с державой Ойроты. И принцу Чирклык. Чирклык это вообще... Ух ты ж, нихера себе. Где это? Это вот, где-то вот здесь. Вот он. Плюс вот эта бяк осталась у зеленом у Ойротов. Да, молодцы. Ойроты такие засранцы стали. Надо с Россией скооперироваться и загасить их. Но только после вестернизации. Которая у меня сейчас еще идет. Пройдет она относительно быстро, я надеюсь. И без лишних проблем. Так.
Новый император Максимилиан II, мне вообще наплевать. Кто-то у них император. Священная Римская империя, это не мы. Давайте улучшать отношения, в общем, с бриташкой. Так. Чиновники сопротивляются реформам. Опять 100 админки упадет. Да вы ёбу дали, что ли? Ну ладно. Максимально лучше на Британии. Чисто этот ивент очень упоролся. Лучше бы он на военные очки был. Там какая-нибудь бяка что. Мол, чиновники не желают. Делать реформам, дать им по яйцам. И 100 военных очков. Так мы трижды могли бы, в принципе, сделать. Тыкс. Чё, советник умер, что ли? Нет, не умер, но меня почему-то по 3 очка снимал. Почему-то. Ладно, не суть. В принципе, более-менее быстро мы вестернизацию проведем. И тогда всем будет жопа тут. О! Как круто тут получилось. Сколько всего Британия тут наделала. Сгоря там у них, кстати, протекторат. То есть сгоря там воевать нам бессмысленно. Теперь. То есть Тихут, Аватх, Бухара, кто там еще? С ними всеми. Если в ту сторону расширяться. Внутренние раздоры в какой-то там херне. Исламабад, блин. Ладно. С Россией что-то... А! Не что-то, а... Действительно упали отношения, потому что... Я же им подарок кидал. То есть 140 у нас максимум. Было бы в отношениях. Ну, в принципе, норм. Моих провинций не жаждут, как и британцы. Поэтому все классно. В дальнейшем будем опираться на 3 союза. Британия, Россия и ВУ. Шан мне мало чего даст, к сожалению. Вот ВУ. ВУ это сила, ребятки. О, слушайте, тут Дали освободили. Лансанговцы. И это хорошо, по той причине, что мы их завалим. Но это будет немного позже. Сейчас, как вы понимаете, у нас дестернизация. И акционер распределяется их форму. 21 тысяча. Ну, ладно. Так. Во-первых, надо содержание армии сделать человеческим. Где-то у меня в экономике вроде, да? Содержание армии большое. Минус 8 денежек. Ну, пофиг. Если что, у меня, в принципе, нормально тут. Что-то вы упоролись, что ли? Каким маршрутом интересным пошли. 2 отряда кину, на всякий случай. В общем, наваляем этим. А, тут еще уйгурская партия проснулась. Ну, и им тогда тоже наваляем. Больше восстаний никаких нет. Все, сражение за Аксу выиграно. Здесь что-то какая-то бяка происходит. Ну, сражение за Лхасу тоже, в принципе, выиграл. Окей. Давай, двигай попой. И мы потом начинаем с вами снова содержание армии понижать. Экономика. Все, плюс 4000.
Хотя, слушайте. Нам надо пауки восстановить же. Я забыл. Ну давайте тогда подождем, сейчас остановятся люди. Сколько их там? 16 штук рыбу, по-моему. Перспективный купец. Лучше бы на очки дали бы ивент. Там, на военные, например. Чтобы, если вдруг опять восстание какое-нибудь, все окей было. Или на великолепный памятник я бы деньжат срубил. На советников. Так, ну все, тут не хотят за сансами. Еще 1000 человек прибавлять, да? Как цивилизация, постройки. Там 55. 55 говорят, да? Ну-ка, 15 до 23 сколько? Это 33-38. 54 тысячи, не пиздите меня тут, извиняюсь за выражение, конечно. Ой, чиновники сопротивляются ИФУ. Да вы ёбу дали, что ли? Это третий ивент за год, наверное, или за полтора. Ну все. Ладно. В общем, делают все, чтобы у нас чуть-чуть помедленнее. Эстернизация шла. А, в принципе, и предполагал, что так будет. Сколько там у нас уже сделалось? 1384. Неплохо, слушай. Хорошо. В общем, я думаю, что скоро мы с этим ужасом закончим. Ну, не ужасом, конечно, просто неприятно. Мултан разорвал соглашение на проход войск. Очень, конечно, важно мне с Мултаном держать соглашение. Прям так первейшей важности. Ладно. Пошутили и хватит. Сейчас тут вот дядя миссионер поработал. Молодец. Давай, давай вот сюда теперь. Сейчас опять восстания будут. Все дела. Ну, просто. А что тут Испания делает, кстати? Вдали причем. Что Испания делает вдали? 43 тысячи причем. Со Швейцарией воюет? Как интересно. Война Швейцария, Пфальц и Ахен. Очень похоже, что где-то здесь находится Пфальц. Помните, когда играли за Австрию, то где-то тут такой крошечный этот находился. Ну не крошечный, но провинции 2 или 3. И, кстати, кто испанцам разрешал по Тибету ползать? Проход войск. Не слышали? Ну ладно. А может, они в унии какой-нибудь? Что-то я не посмотрел. А давайте посмотрим. Не, нормально все. У них с этим... Баг, кстати, у них Британия. Так что не исключено, что мы можем навалять потом. В будущем. Тут Аюти, оказывается, есть. Интересно как. Да, братцы, много веселых вещей тут произойдет. Советники сопротивляются реформам. Стабильность уменьшится. К счастью, мы к этому готовы. Мы больше не претендуем на Кашмир. Кашмир это у нас кто? Вот этот Владимир? Ну, наверное. Так. Значит, что я еще не сделал? А, я просто хотел посмотреть на советников. Не, нормально сейчас. Чуть мне показалось, что военные очки быстрее убывать стали. Упадок торговли специями. Выспи. Что у меня с деньгами проблемы пошли. Что это такое? Не понимаю. Стабильно что ли, потому что упало?
А, стабильность, короче, доход налогов повышает. Дополнительно. Ну, у меня тут сейчас модификатор будет работать. Окей. Би. Ну, минус 22 копейки, это еще не страшно. Так, сколько еще стерна у нас? Не, еще много. Еще половина. Кстати, да, вот эта штука, она тут не наполовину заполнена. Хотя, по сути, чуть-чуть больше, чем половина должна быть. Ладно. Это я так, прикопался. Тут у нас сейчас еще модификатор от упадка дохода от налогов где-то должен спасть. Вот совсем все ок. Ци стал Маньчжурией снова. Ну, Маньчжурия его загасила. Так что Ву тут теперь еще будет воевать и Ойготы. Так что много всего интересного произойдет. Встреча с темными личностями. Престиж давай. О, деньги вперед пошли. Прибавляться, точнее, начали. Модификатор, по всей видимости, какой-то упал. 2 рубля стало приходить. Ну, не рубля, а дуката. Так, систернизация еще долго. Потому что мы только половину прошли. Не знаю, что даже и поделать пока. Чтобы вас хоть немножко развлечет. Какой-то скучный процесс. Ну, кроме того, что у меня сейчас стабильность опять упадет. И сейчас действительно интересные вещи произойти могут. Интересно, конечно, в кавычках. С Россией что-то упал. Упали, точнее, отношения. Не, они дружелюбные, наоборот. Но у России есть у меня какой-то казус белли. Какой, интересно. А, как успели империализм. Так, понятно. Ну, в принципе, они зеленые, это хорошо. Казус белли империализм всегда на меня будет действовать, к сожалению. Круто, что 40 тысяч британцев тут сидят. Они в случае чего подсобить нам могут. При любом лайке. Единственное, только у них оборонное ко мне отношение. И это может быть немного нехорошим, если я захочу на тот же Тирхут напасть. Поэтому надо быстренько вестернизироваться, начать качать техи. Серьезно, я в военных очках теряю. Братцы. Баланс плюс две монетки. Я не могу ничего изменить. Я могу уволить одного, конечно, советника вот этого, который 22 в месяц просит нанять. Так, подожди. Британия, мой верный союзник, просит помощи в британском завоевании принца Гулбарга против Мадурая, Тирхута и Аурангабада. Ну, нам еще Гарьят поможет, в принципе, если подумать. Ну, ладно. Давайте я соглашусь. Да, тут только Британия будет колбаситься. Только одна бяка есть тут. Ребятки, и вы примерно знаете, какая. У меня содержание армии абсолютно низкое. Поэтому надо внимательно следить, кто тут что делает.
Творческие люди сопротивляются их формам. Вот еще и престиж упадет. Я счастлив. Не, Вестерн мы должны сделать быстро. Уж простите. Так, а что тут эти 40 тысяч стоят и нихера не делают? Мне интересно. Че, думают, что я тут буду всех гасить? Как бы не так. Я могу тупо сепаратный мир заключить потом. По-любому. Этим индусам от меня ничего не надо будет. Ну-ка. А, у меня же дипломата нет. Ладно. Да забей, ничего не буду делать. Тупо ничего не буду делать, вот и все. Так. Новый император Священной Римской империи. А вот, бриташка пришла сюда. Ребятки, тут вообще нормас. В общем, они и без моей помощи нагнут тут всех. У них и техи превосходство дичайшие в техах. Так, у них еще тут... Ну, в общем, жопа им все. Учебная стрельба. В Лимване крестьян дохерища. Подождите. Минутку. Это не там, где у меня все людишки сейчас сосредоточены. Нет? Нет, ну хорошо. Это не страшно. Так. Вот. Учебная стрельба. Сейчас я тут... Бухенвальд? Господи. Чего только не покажется мне. Военный налог, к сожалению, делать я не могу пока. Я могу вот так только сделать. И теперь из-за Лухаса отправить много людей. Проблема с боевым духом у нас, если что. На помощь, Шан! Спасай меня! Так. Все. Кстати, а что тут Шан делает в натуре? А ничего не делает, он просто... Он просто хотел мне помочь. По-человечески. И это прикольно. Ладно. Тут Бухара что-то осаждает. Тоже интересные вещи. Так. Задание. Лучше отношения с державой Дзин. Ну нафиг. Отменю. Что-то скучно как-то. Вообще ничего в национальных решениях нет. Идеи это позже. Техи. 2372. Слушайте, а до конца стабилизации осталось совсем чутка. Давайте-ка я, короче, содержание армии верну на место. Сейчас только вот этих уберу. Чуваков. Где? Блин. Запутался. Простите, пожалуйста. И вот еще что. Советник сдохнул. Но военные очки как раз. Ох ты ж сраные грабли. Проблем, слушайте. Давайте так. Вот этого уволим. Найму вот этого дешевенького. Так. Поздравляю, моя стабильность ниже городской канализации. Так, тут Терхут топает. Надо быть поосторожней. Не-не, дали ухудшиться. Да похеру. Ну, сдусь. А, все, эти ублюдки ко мне пошли. Смотрите. Ну, слушайте, меня на советника надо накопить, иначе мне кирдык. Поэтому...
Уж прощайте, но мне придется пока быть осажденным некоторое время. Сейчас, сколько там скопить надо? А вот, все, накопил на него. Лимит армии плюс 10%. Интересно. Давайте лучше на боевой дух, что ли. Там содержание одинаковое, зато вот мне нужная вещь очень предлагается. Все, накопили на дядьку. Ну, а теперь придется упасть в долги временно. Так, и... Блин. Что-то не то у меня все происходит. И давайте, в общем, теперь готовиться к атаке. К атаке этого сраного техкута. Мы взяли займ. Ну, мы еще много займов возьмем. Ежу понятно, почему. Так. Сейчас надо будет техкуту навалять. Они у меня там чебуси гаес. Хотя, скушать. Поиграли чебуси гаес. Объединяемся, рати несметные, и топаем нагибать. Как ни странно, с рекордами у меня полнейший порядок. Чиновники сопротивляются их формам. Вот пиздюки. Посмотрите только, какие наглые ублюдки. Все, загасили. Пидрю ебучих. Так, пополам, в общем. И отряд сюда, отряд сюда. Не отряд сюда, точнее. А давай вот сюда. Сходим. Осаждать потихонечку будем. Задание дали мне. Повысить престиж, враг нашу угрозу Лансанг. Завоевать провинцию Юньян, это где? А, вот, вдали. Ну, давайте возьмем вот это. Но это будет несколько позже, батюни. Ой, лишь бы сейчас советники не сдохли, ребятки. Но у меня осталось совсем немного. В ноябре 85 года это мучение закончится. Перемирие с Нинся подошло к концу. Ой, готов хавают, слушайте. Россиянцы. Я взял займ. Бриташка тут сейчас нагибать будет. Нагибаторы. Все прелестно. Все просто здорово. Дипачки. Давай, дипачки. Потеряли появить тензию на какой-то черлык. Чиновники сопротивляются реформам. На движение бедствия. Внутренние гаспри. Надо стабильность 0 сделать. Сейчас вестерн закончится. Наконец-то. Мы это сделаем. То есть немножко. Светоч мира. Когда обратиться в буддизм? Вообще крутяк. Так, мы выиграли осаду.
теххут. Теххат. Чебуси Граяс мой. Идем в Баганаси. Уже первая паэля. Крутяк. Вот и восстание сейчас какое-то произойдет. Подожди. Давай-ка вот, вот так сделаем. Наваляем этим кретинам. Хоть какие техи не имейте, а с такой ратью, как у меня, ваши 5000 не справятся. Опять займ. Так, давай я, наверное, 3 штука я кину, я думаю, они должны загасить. Что там такое? 5 дизенпайки почему? Все, взяли. Ой, это пойти, ну. Слушайте, друзья мои, вы тут не в той ситуации, чтобы проходить. К тому же сами виноваты, что дружить со мной не захотели. Уже 1 августа 85 года. И советник сдох. Дипломатический причем. Ну, ладно, это еще не страшно. Этому 33, этому 49. Да, у нас. Хоть немного с деньгами напряженка упадет. Принцип сопротивляется автономии. Ну, дорогую автономию. Ну чё, уже ноябрь. Чё вы там скажите мне? Долго еще. Еще 86-й год. Чё-то прогноз у них какой-то неточный оказался. У этих ублюдков. Окей. Сейчас мы тут досаждаем кое-что и сходим. С теххутом поздороваемся. Так. Не, тут уже точно пишут, что в июле мои мучения закончатся. Куча в истинной вере там осталась. По-моему, только... только вот этих вот всяких чуваков. Давай с Лучана начнем там. Стабилити повысим, нормально будет. Теххут. Ай, бойташка. Короче, совсем как у шлепки поступила. Ладно. В принципе, мы хоть можем теперь содержание армии вернуть на прежнее место. То бишь, на никакущее. Вернуть все займы. Я там 2 или 3 балла, не помню уж. И все. И в жопу пошли все. Внутренние раздоры в Брунее. У меня осталось 29 военных очков. Слушайте. И вот это меня не радует. Совершенно. Сейчас еще какая-то херня случится. И попец мне настанет. Срок выплаты займа приближается. 144. 1 июня 88. Ну, 1 июня 87 мы заплатим. Все! Мы приняли западный образ жизни. Кончились мои мучения. И мы можем даже техи исследовать. Господи. Хереть, ребятки. Хереть не встать.
462 очка. Всего. 239 очков. Тут вообще 82 дипачка, ну. Говорю, охереть не встать. Давайте, короче. Изучим. Чехи. Дядьки-советники, я вас, наверное, пока сниму. Хотя нет, не сниму. Пока посидите. Нет, доступно для найма наемников. Не интересует, в принципе. Пусть идет. Куда идет? Принять его ко двору. Стабильности. Давайте стабильность. Аватх и Малакка больше не могут быть моими соперниками. Это с чего? Тут еще нагибаторы пришли в гости. Ну тогда крутяк. Что-то Португалия, ребятки, меня люто бешено ненавидит. Минус 200 она ко мне мнением. Сейчас, небось, еще окажется, что у них казус на меня какой-нибудь. Не, нету. Вроде бы. А может и есть. Подождите. Нет, нету казусов никаких. Вот и отлично. Давайте-ка вернем займ. А ни хрена не верну. Еще пока не получится. Пока советники живы, я их увольнять не буду. Сделаю вот так. Потому что пригодятся еще. Или чего-нибудь. Так. Все, один займ выплачиваем. Мне еще 288 монеток надо займа. Ой, ну теперь хотя бы есть шанс того, что никакие школьники не будут меня ругать за то, что в конце партии у меня тихие будут просто днищенские. Требования мира. Ну, это вы не ко мне вопрос должны задавать, а к бриташкам. Потому что у меня дипломатов нету. Так что, вот такие дела. Сейчас войну эту закончим, наверное, эпизод тоже. Вон, опять приближается дата выплаты займа. Сейчас выплатим. Поддержка музыки барокко. Ну, знаете, потерю престижа я не могу себе допустить, так что мы выплатим чуточку позже. Там, по-моему, за 2 года является этот хрень по займу. О! Никогда не исследовал диптехи за 80 очков. В принципе, ладно, крутяк. Так. Вот. Сейчас, наконец-то, скопим на займ. Выплатим его. Интересно, а кому займ выплачивается? Какой-то стране или еще кому-то? Никогда этим вопросом просто не задавался до этого. Все. Ну и последний займ почем у нас? 155. Где-то 160 накопим. И заплатим этим жидомасонам. Все. Ага. Провочек наотдавали-то. Ну, в принципе, крутяк. Британская Индия. Все как должно быть.
Ладно, войнуха закончилась. Давайте этот чертов займ выплачивай. Эпизод мы с вами завершим. На такой крутой ноте. Кстати, а у Циона есть какие-нибудь союзники? Ну, дурай. Мы напасть можем потом. Может быть, а может и нет. Но там казусов у нас, наверное, не будет. Не знаю. Просто в идеале было бы неплохо, если бы у нас был какой-нибудь островок. А, и вот еще что, у меня штраф к дипломатическому весу теперь. Давайте-ка я... О, Бухараба мне минус 200 мнения имеет. Ну что, давайте-ка их порадуем. Удивлю их соперниками своими. Второй мой соперник будет... Ой, Португалия, не. Португалия, конечно, не стоит. Британия-то, естественно, нет. Испания. Испания, не знаю. Персия не стоит. Давайте португезов и выберем. Или ойгатов. Ойгатов давайте. Ойгаты более меня не интересуют. Ни как союзники, ни как... Вообще как никто. Не интересуют. Так, жидомасоны мне тут напоминают, что надо заем выплатить, что мы и сделаем. Перспективный купец. Все, давайте-ка, все займы. Так, ну и, наверное, сейчас все будет. Традиционно до января погоняю. Вы, наверное, уже заметили, что я в основном 1 января заканчиваю. Спуга граница. Претензии на Ланчжоу. Это где у нас? Ланчжоу. Где-то в Китае. Может, Янчжоу? Нет. Ланчжоу. Это у нас где? Чё-то не вижу. А, может, это у ойгатов каких-то. Да, это у ойгатов. Понятно, в общем. Значит, претензия на ойгатов есть. Знаете, это хорошо. Теоретически Россия может попросить, чтобы мне эта поговка перешла. А, и вот еще что. Техи. Господи боже. Сейчас еще диптехи изучатся. А, они уже изучены. Просто на кнопочку нажать надо. Сейчас у меня тут техи так продвинутся, что просто пипец. Да, мои дорогие? Конечно, таки будет. Все, на этом заканчиваем. И впереди нас ждет много всего очень веселого. Потому что эстернизацию мы закончили. С вами был Дмитро, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!